Сначала появилась идея, желание еще раньше. А вот о возможностях только мечтали. Не секрет, что даже на производство короткометражки нужны средства и немалые. А тут проявили нескромность и замахнулись на полный метр. Спонсора искали долго, не находили. Идею готовы были похоронить, как вдруг нашелся добрый человек. Такой же, какой и в результате получилась картина. Однако услышать мнение главного действующего лица, автора и режиссера, еще до премьеры, весьма любопытно. Дорогие друзья, мы находимся в студии режиссера Анзора Инкуш. И предметом нашего сегодняшнего разговора будет полнометражный художественный фильм «Невиновен». Здравствуйте, Анзор. Здравствуйте, Фатима. Анзор, ну и первый вопрос, который меня всегда интересует, я бы хотела знать, вы вот как режиссер, как сценарист. Вы писали сценарий также, я знаю, имели к этому прямое отношение. Мне интересно узнать, вы довольны работой сегодня, когда фильм уже готов? Сразу с такого сложного вопроса, Фатима. Я, конечно же, ждал нашей встречи. Я смотрел давно ваши передачи, которые вы делаете, и думаю, когда же я окажусь напротив, да, Фатима, и мы пообщаемся, да, о чем-нибудь. Настал этот день. Отвечая на поставленный ваш очень сложный вопрос. Нет, недоволен. Потому что, когда я скажу, что я доволен своей работой, я, наверное, должен с этого дня перестать заниматься тем, чем я занимаюсь. Потому что нет, как говорится, предела совершенства. Да? И когда ты уже работу закончил, сделал, будь это твой фильм или спектакль, после энного количества времени, после того премьеры, ты начинаешь смотреть на свою работу и думаешь, блин, что же это такое? Зачем нужно было так делать? Можно было по-другому сделать. И начинаешь в себе копаться, поэтому первое время после сдачи спектакля, если это театр, да, я пытаюсь смотреть, ходить, следить за спектаклем. После уже, когда спектакль уже стоит твердо на ногах, уже отпускаешь его в жизнь. Здесь это первый наш полнометражный художественный фильм. Я не знаю еще, как я себя поведу дальше, да, как режиссер, потому что все-таки я по образованию театральный режиссер. Да, и мне это намного ближе. Когда говорили раньше, что театр и кино – это совсем разные вещи, да, то да, конечно, да, кивал головой тогда. Потом, когда я сам столкнулся с этим, сам пощупал, что где как лежит, как взять, как переместить, тогда я понял, да, насколько это не тяжело, но насколько это разные направления в режиссуре. Вы довольно-таки успешный театральный режиссер. На самом деле успешный, это вовсе не комплимент, это правда. Что же вас потянуло так в кинематограф? И мне вот всегда интересно было, вам что хотелось больше, славы или денег? Мне хотелось снять кино. Вот. Конечно же, если я скажу, что не ради денег мы работаем, да, это будет вранье, потому что мы все работаем, чтобы заработать, да, денег. Но когда твоя работа является да, твоим любимым делом в жизни, то его нельзя назвать, это дело нельзя назвать работой. Да, я именно так отношусь к своей работе. И в команде в нашей есть люди, именно, которые так именно относятся к этому труду. Операторы, сценаристы, оператор-постановщики, звукорежиссеры, монтажеры, администраторы. Да, и те люди, которые работают на этой студии, да, я хочу, чтобы они сюда приходили, чтобы все было как в уютном домашнем кругу. Я так понимаю, что у вас уже довольно-таки устоявшаяся команда, да, но, зная ваш характер, понаслышке, я думаю, что были какие-то сложности в процессе работы. И вот мне интересно, в процессе работы вы с кем-нибудь расстались из тех, с кем начинали работать с самого начала? Мне даже самому интересно понаслышке, да, о какой стороне характера. Я знаю, у вас такой очень, ну, кто-то говорит, нестерпимый характер. То есть на съемочной площадке, либо там на театральных подмостках. Вы можете себе позволить какую-то грубость в отношении людей, с которыми работаете, это правда? Ну, наверное, да, наверное, правда. Неконтролируемые эмоции рабочего порядка, они происходят всегда на площадке.
И когда человек приходит в эту команду, в эту студию работать, мы садимся вот тут вот и разговариваем. Ребят, вот вы сюда заходите утром на работу, если вы работаете. Вот то, что здесь происходит, это рабочий момент. Это профессиональная этика, это профессиональные отношения, это отношения режиссера, сценариста, режиссера, оператора, оператора, монтажера, оператора, звукорежиссера. Да? Когда мы отсюда выходим, переступая порог туда на улицу, тогда мы уже отношения Анзора, Ратмира, Аскера, Ислама, Артура. Так вы вот не так ответили мне на вопрос. Вам пришлось с кем-нибудь расстаться в процессе? Да, конечно. Да. Да, конечно, пришлось, но мы всегда расстаемся полюбовно. В любом случае, с одной стороны хотя бы. Какой это с одной стороны? Ну, это не всегда с нашей стороны, да. Кто-то не выдерживает, наверное, ваш пылкий нрав. Ну да, кто-то не выдерживает. И это то же самое, когда я тоже что-то недоделываю, что-то не получается и что-то не твое. У меня тоже бывает, я пробую, да, что-то пробую, да, и эта стена меня отбрасывает обратно, я иду дальше. То же самое, люди сюда приходят, да, и начиная работать на этой студии, да, они понимают, да, что здесь... Хозяин один. Здесь... Нет, не в этом смысле, да, но сейчас расскажу такую историю. После этого нельзя опаздывать. Во-первых, дисциплина. С этого должно... С этого все начинается, это взаимоуважение. Если я пришел сюда, и если я жду тебя, оператора, 20 минут, то ты не тот оператор, который здесь должен работать. Май 2017-го выдался разным. Смешанные настроения, при этом стойкое чувство уверенности. В глазах каждого участника съемочного процесса одна только фраза: «Мы это сделаем». И у них получилось. Не в счет нервные выпады, бесконечное обсуждение образов, плохая погода. Теперь все это не имеет значения. О качестве картины можно судить уже даже по трейлеру. Сюжет захватывает с первых секунд, и любопытство вытесняет терпение. У меня была возможность увидеть фрагменты вашего фильма. К сожалению, я не видела его целиком, но мне показалось, что есть какая-то доля национализма. Что это? Откуда такое желание показать вот эту настоящую действительность? Я так понимаю, что вы хотели передать, да? Вы говорите, наверное, Фатима, о трейлере, который вы видели. Да, я говорю. Да, национализм с какой стороны вы увидели? Вот я сейчас не могу вспомнить, но я помню, что это было. Потому что, кажется, сцену снимали на площади, на Кабардинской улице, да? И там что-то было вот такое, когда стычка между молодыми людьми, одни славянской национальности, другой кавказ, другие кавказской национальности. И вот здесь, конечно, это очень угадывалось явно. Да, эта сцена была снята на Кабардинской улице. Место действия все-таки не на Кабардинской, а в Москве якобы происходит. Этот фильм не про национализм. Этот фильм не про, не про национальное превосходство одного народа над другим. Этот фильм, наоборот, про то, что все люди на Земле равны. Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Неважно, какого разреза у тебя глаза. Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно даже, какой конфессии, да, ты относишься. Во-первых, нужно быть человеком в жизни. Человеком. Да, потому что за тот короткий промежуток времени, что нам Богом дано, в самом слове это, в самом слове человек, это заложено максимум 100 лет, один век, чело, тело, навек, человек. Да? Что эти 100 лет по сравнению с вечностью, да, которая потом у нас? Неужели эти 100 лет нельзя прожить как человек? Зачем убивать друг друга? Зачем уничтожать друг друга? Зачем ненавидеть друг друга? По той простой причине, что он разговаривает на другом языке, просто поэтому. Зачем убивать другого человека, потому что он по-другому молится Богу? Бог-то един, по сути, на земле. И вот вы хотели донести эту мысль, эту мысль, что человечество, правильно? Да. Как вы считаете, вот эта задача выполнена вами? Вам она удалась? Эта задача выполнена, да. Но как она выполнена, да, с помощью каких инструментов и как это можно было еще сделать,
где-то лучше, где-то по-другому, это нет, этим я недоволен. Скажите, пожалуйста, а вот не было соблазна примерить какую-нибудь роль на себя? Нет, не было соблазна. Не было соблазна, потому что я люблю стоять за оператором, который стоит за камерой. Мне это интересней, чем быть в кадре. Я просто обратила внимание о том, что пока мы готовились к съемкам, ваши сотрудники сам этот съемочный процесс, вернее, подготовку к съемочному процессу постоянно снимали. То есть вас не смущает камера. Ну, понятное дело, вы человек театра в первую очередь. Вас совершенно не смущает. Вам это нравится. Почему бы не примерить? А может быть, мысленно какой-нибудь из героев вам подходил? Вот вы его примеряли, допустим, мысленно и думали, что да, я бы сыграл эту роль. Да, вот он мне близок по духу. Есть такой человек, такой герой, такой персонаж в вашей картине? Ну, главный герой, да, он был придуман еще в Москве, когда я жил в Москве. Но не было соблазна, потому что я тогда еще, когда начинался этот проект вообще, я тогда уже знал, кто будет главным актером. Да, поэтому не было таких. А по поводу того, что снимали, ходили, да, возвращаясь к этому вопросу. Почему нет? Потому что мы занимаемся этим. Это наш хлеб. Это ваш хлеб. Очень многие меня упрекают в самопиарстве. Да, я занимаюсь этим, конечно, и буду заниматься этим. То есть скромность – это не ваша отличительная черта? Конечно, меня же называют этим наглым и тому подобное. Пусть называют, очень хорошо. Сегодня от проделанной работы и в предвкушении выхода фильма на большие экраны на лице режиссера читается легкая эйфория. Анзор Емкуш говорит о недочетах и улыбается. Ему можно все. Ведь именно он – главный зачинщик того, что до сих пор многие принимали за авантюру. Как и любой художник, он пересматривает свое творчество по несколько раз на день, мечтая вернуться на съемочную площадку и переиграть выражения лиц своих персонажей, изменить тембр голоса, движения в кадре. Были уже и критики, и хотя мнений всегда очень много, однако главное слово все же в пользу картины и его авторов. Мне бы хотелось, чтобы вы нам все-таки рассказали, когда выйдет премьера в кинотеатрах страны, я так думаю. Правильно, мы не ограничимся только республикой. Это будут регионы. Да, Фатима, вы правы. России необъятные. Это действительно так? Я очень на это надеюсь. Ну, рыночная экономика мешает. Да, потому что кинотеатры, с которыми да, мы пытаемся договариваться сейчас, этот этап, фильм готов, все уже показывай, да, нужны фэнтези, фантастика, блокбастеры и так далее и тому подобное. А кино, которое мы сняли, это больше смахивает на авторское такое да, кино и для особого для зрителя. Для думающего зрителя, да, наверное. Поэтому... Но я как режиссер, как автор фильма очень хочу и мечтаю затащить в кинотеатр молодежь нашу, православную, русскую, нашу, кавказскую, да, всех затащить, чтобы они посмотрели это и поняли, что мы все едины, мы все одинаковые. Да, ради этого и снималось. Поэтому да, ведутся переговоры, пока не будем забегать вперед. Но даже завтра мы можем показать его у себя в республике. Здесь он готов уже, но не хотим пока, потому что есть некоторые условия, что право первой премьеры уже оттуда, да, и будем плясать, то есть с федерального центра. Надеемся, это мои мечты, да, это, конечно же, не так легко сделать, но мы надеемся, мы не останавливаемся, мы не сидим на месте, мы работаем, особенно сейчас работает также продюсер этого фильма, именно пока мы пишем с вами эту передачу, да, работает над продвижением этого фильма. Это Аминат Хуажева с Республики Адыгея. Также, если мы называем и меня, просто хочу поблагодарить. Это первая возможность, да, после окончания фильма, да, и да, если это можно, да, это человек, который изначально, да, когда создавался этот коллектив, создавалась эта студия,
когда я с Москвы вернулся, который помог мне, да, это Арсен Шумахов. Да, я хочу его поблагодарить, выразить огромную благодарность за то, что он сделал для того, чтобы эта студия работала, функционировала. Дальше второй человек, который огромный вклад сделал в этот фильм, это также с Краснодарского края, с Республики Адыгея, это Аскер Чич, да, который именно огромный вклад сделал в съемки этого фильма. Поэтому всем благодарен. Благодарен главному актеру, который все время, да, не просто как актер работал, да, но и работал во всех направлениях. Мы неделю жили в горах, когда снимали, да, где только одна печка, один газовый баллончик. С первым поварским образованием главный герой фильма нас кормил, нам готовил. И это только вот такие маленькие мелочи, которые... Сейчас в голову пришло. Это к тому, что я благодарен каждому человеку, начиная от продюсера, от людей, которые вложились в этот фильм материально, заканчивая водителем, который нас возил бесплатно на съемочную площадку неделю в 4 утра, забирая отсюда, в Камлюково, да, до 12 до часа ночи там снимаем, сюда приезжаем, 2-3 часа здесь спим в городе, а потом собираемся через 2-3 часа сюда, этот водитель опять же подъезжает, он, может, не уезжал, не знаю, да, стоял, а потом едем. И каждый человек, который внес свою лепту, я очень благодарен этим людям. В нашем прицеле хорошо организованная преступная группировка, во главе которой стоит очень влиятельный человек. Если вкратце, создана нацистская группировка. Убитый. Азамат Черкесов. Так вот. Сюда летит дядя убитого. Твое дело выходит из-под контроля. Мне принесли его досье. Юрфак МГУ, разведрота ВДВ. В боевых действиях в составе миротворческих сил, ранение. Часть досье засекречена. Ты что натворил, баран? Меня интересует, что вы можете сказать о нем. Да. Найди того, кто убил моего мальчика. Сам хочешь их найти.
Это может стать проблемой? Насколько я помню, он очень любил своего племянника. Это сделал твой друг? А? Что? У вас что, есть какие-то доказательства? Пока нет. И не будет. Пойми ты, у нас нет времени на поиск изящного решения. Похищение человека. Убийство. Кровная месть. Средневековье. Решать надо кардинально. Приехал горячий кавказский дядя с напрочь отбитыми на войне мозгами, но прекрасно подготовленный. Бомбу в машину. Птицы, расправьте крылья пошире, ветра летите быстрее, и разузнайте, как в этом мире зло стало всех нас сильнее. Вы как режиссер, как автор, как любой автор, наверняка рассчитываете на какую-то реакцию зрителя. И реакция будет самая разная, вы понимаете. Особенно если производство фильма принадлежит нашему местному зрителю. Тут уж, наверное, пристальное будет внимание к этой картине. Вы боитесь реакции? Нет. Я готов, я хочу. Я хочу эту реакцию. Наоборот... Конечно, вы же понимаете, она не всегда будет. Конечно, мне нравится, когда меня хвалят. Конечно, мне это нравится. Кому это не нравится? Это даже ребенку нравится, да, когда он говорит, что ты хороший такой мальчик, хорошая девочка, да, как хорошо, как высоко ты прыгнула, да, или как хорошо ты это сделала. Это с детства начинается, вот это вот нравится. Но сейчас со временем, да, после нескольких таких больших работ, не побоюсь этого слова, я начал понимать, что я как режиссер, как автор беру намного больше с тех людей, которые меня потом ругают, критикуют. Да, не всегда мне это нравится. Да, я уже не читаю комментарии везде, да, которые пишут. Просто пролистываю, не читаю. Не все читаю. Да. Нет, я читаю, да, и вычитываю. Раньше очень сильно цепляло меня то, что ну, как так, человек не понимает этого, как так. И когда пишет критику, да, отрицательную, и ругает меня, я где-то... Не всегда она конструктивная, да? Да. Ну, не всегда конструктивная, да, но не конструктивную критику ты просто отбрасываешь. А когда ты видишь конструктивную, это мне, как автору, как идею... Очень полезно. Мне это помогает. Я именно вот эти вещи, наоборот, читаю. Я так понимаю, что... Если будет реакция зрителя не очень положительная, то есть еще какой-то момент, который может вас, ну, так скажем, обрадовать. Это финансовая сторона.
наверняка рассчитываете на сборы, и вы... Конечно же, рассчитываю. Какую-то сумму для себя уже обозначили, так вот вопрос состоит... Конечно же, рассчитываю. Следующий, на что собираетесь потратить деньги? Это на будет... следующий фильм. У меня с бухгалтерией очень плохо, с цифрами плохо, поэтому, когда посчитаете... Всегда интересно считать чужие деньги, вы понимаете? Чужие? Свои очень тяжело считать, потому что своих с каждым разом все меньше и меньше. Ты считаешь, да, их меньше и меньше и меньше. Поэтому, наверное, чужие деньги тебе кажутся, что всегда... Не знаю, не о деньгах речь. Да, конечно, мы хотим заработать. Да, конечно, мы рассчитываем на энное количество, которое мы хотим собрать. Об этом рано еще говорить. Скажите, в целом, какой ваш фильм больше? Он добрый? Конечно, конечно. Он, наверное, просто обо всем. Раз он о жизни, значит... Он о том, что все люди на Земле одинаковые. Раз. Все мы люди. Вот об этом. Потом уже можно рассказывать как угодно. Это об этом, это об этом. Да, это о любви фильм, о доброте. Любовь не имеет национальности. Добро не имеет национальности. Как и горе, и предательство, и ненависть. Оно не имеет национальности. Да, и человек в начале фильма нашего, который совершил зло, да, по национальному, по расовому признаку, по ходу нашего фильма раскаивается. Он понимает, что он совершил. Да, и он сам до этого доходит. А мы, как актеры, операторы, сценаристы, режиссеры, помогаем ему это сделать, придумав этого мальчика, этот образ, основанный на реальных событиях, конечно же, да, и вносим на суд зрителя, чтобы зритель уже сам решил, блин, да. То есть еще чуть-чуть вы нам расскажете? Не буду я дальше рассказывать ничего, я это специально рассказал, потому что я уже чувствую градус настроения в населении, в обществе, потому что несколько комментариев, несколько статей я уже читал, где в неправильную сторону уводят наш фильм. Люди не видели фильм, но они уже дают да, какой-то ответ. Да, и, то, о чем я с вами говорю. И сваливают больше в национальную сторону, нет. Фабула, вот форма, да, которую мы рассказываем, да, это, конечно же, отношение, это история, да, которую мы рассказываем, отношение нашего мальчика к остальным, которые на него не похожи. Да, и это скелет, а мясо будет внутри, я же мясо вам не рассказал, какое там будет, грубо говоря, поэтому... Я хочу, чтобы именно это осталось в вашей передаче, что это не про национализм, это не про различие, а наоборот, независимо от того, где и в какой форме мы родились, с какой кожей, да, что мы все люди. Донести главную идею до зрителя – задача, которая стояла перед создателем ленты. Добрая, в чем-то даже поучительная история, вряд ли кого-то оставит равнодушным. Фильм хорош операторской работой. Здесь и натурные съемки, и живая, непосредственная игра актеров, и саундтрек, задевающий струны души и отныне имеющий право на жизнь самостоятельную. Фильм невиновен, выйдет на большие экраны совсем скоро. Есть основания полагать, говорить о нем будут долго и много.
Ну, Анзор, позвольте мне тогда потешить ваше самолюбие, сказать, что запись передачи происходит сегодня, в день российского кино, и мы выходим в эфир именно сегодня. Я очень надеюсь, что у вашей картины будет большой успех, потому что знаю, какой был проделан огромный труд. И вообще хочется, чтобы в нашей республике все-таки был свой кинематограф, потому что есть люди, которые умеют это делать. Спасибо большое, мы на это очень надеемся. Спасибо за беседу, за общение. Когда выйдет фильм, уже зритель будет решать, да, заниматься нам этим дальше или нет. Поэтому очень надеемся, что наши зрители придут, посмотрят, оценят и выскажут свое мнение. Вам спасибо за общение еще раз огромное.